привет. Вот у нас пополнение в хозяйстве привезли. Карел, пару карел. Вот эта самка Рита. Беленькая самка. Ну они, видите, они ручные какие-то. Они жили в клетке. Нахохлился он самец, смотри. Ей 2.5 года, этому полгода. Этот молодой. Ага. Ручные, короче. Ну-ка идем. Ну все, ладно, отвыкну. Нас они одичают. Сейчас наши чуть-чуть в шоке. Так что вот такое пополнение у нас. Птенцы вот подрастают волнистиков. Сегодня одна самочка ослабла. Я не знаю, она выживет, нет, я ее на улицу. Не надо, не выходи. Птенцов. У нее был один птенец. Вот в этом гнезде четвертом. Я его перекинул вот в это гнездо какое-то. Второе. Но самка приняла. Так что вот здесь вот птенцы уже большие. Ну, в основном главная новость, вот они, карелы. Теперь будем разводить. Начало карелы. Положено. Да. Эта самка, у хозяйки сейчас спросили, а эта самка хотела размножаться. Они вот ей купили самца. Ну, он еще молодой. Да, молодой. Сейчас вот жили в клетке, конечно. Сейчас они привыкнут к нашему помещению. К волнистым попугаям. Попугаи наши волнистые привыкнут к ним. Они сейчас в шоке тоже. Шоки. Эти взлетели. Кажется, драконов каких-то привезли. Здорово. У этого самца был ободран хвост, но он вот у него отрастает. Вон там перья растут. Здесь надо вырвать. Сейчас, ну-ка, нажми на паузу. Говорят, они эти едят. Сейчас на паузу нажми. Вот я, кто смотрит видео мои, я развожу еще белковый корм для своих птичек. Амадины, кстати, я не знал даже. Амадины его хорошо едят. От этого червя. Щеглу даю. Амадины прям нападают на него. Это мучной червь. Мучной червь. У нас продают в основном зоофобоса. Вот такого мучного червя. Вот у нас в Ангарске, в Иркутске я ни разу не видел, чтобы такого червя продавали. Редкость, короче. Ну-ка, карелы. О, подлетел. Уже знакомься. Карелы, говорят, едят их. О. Да, они еще боятся. Новое место. Выкинул. Засранец. Вон он ползает. Вырвал и выкинул. Червь размножился сейчас хорошо опять. Короче, чё, как я его только не пробовал размножать. Вот его полно. Самое хорошо он разводится в отрубях. Я какие только недавно не сыпал зерносмеси, там что только не добавлял. Вот и молодежь. Червя полно сейчас. Я его уже сколько продал тоже. У меня когда, по-моему, в том году целый аквариум. Они в аквариуме жили. Я не знаю, наверное, килограмм 10 его было. Я курей вот кормил неделю. Куры потом такие страусиные яйца несли. Как я показываю, какие куры мои яйца несли в то время. Один мне пишет. Хороший, что хорошо ты обманываешь или что это же эти индюшиные яйца. Люди не видели просто индюшиные яйца, какие они цветом даже, размером. Ну, и совсем другие. И куриные. Просто понятия представления не имеют, пишут разную хрень, которую не знают. Ну, при том, что еще и индюков у нас нет. Индюков, да, у нас нет. Ну, вот такое приобретение у нас. Скоро. Че там? А, вон попугайчик сидит. Скоро их, я не знаю, сейчас посмотрим. Их на улицу тоже вынесу, посмотрим. Сейчас как они, пускай привыкнут. Уже у нас спать хотят. Ладно. Вот такие дела. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.